еще одна медаль. Белоруска Мария Мамашук завоевала серебро олимпийского турнира по женской борьбе. В финальном поединке наша спортсменка уступила японке Рисако Каваи. Серебро Мамашук позволило Беларуси подняться на 36-ю позицию в общем медальном зачете. Сегодня на Олимпиаде определятся еще 22 чемпиона. В финале по метанию молота выступят наши Иван Тихон и Сергей Коломоец. В полуфинале на старт выйдет белорусская байдарка-четверка. Начнется квалификация по гимнастике. Мелитина Станюта и Екатерина Галкина выступят в многоборье. А этой ночью в национальном аэропорту Минск встречали наших спортсменов, которые уже закончили свое выступление в Рио. Главное внимание трем спортсменам, двум серебряным призерам по тяжелой атлетике Вадиму Стрельцову и Дарье Наумовой, а также Джавиду Гамзатову, бронзовому призеру по греко-римской борьбе. Также на родину вернулись представители академической гребли, парусного спорта и бокса. Православные сегодня отмечают один из 12 великих праздников – Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день вспоминается преображение Иисуса на горе Фавор, когда Он явился своим ученикам в виде облака. Этим Он подчеркнул, за земной и физической жизнью следует жизнь небесная и духовная. Сегодня во всех церквях проходят божественные литургии, в храмы для освящения принято приносить яблоки, как символ преобразования всего земного мира. С этого дня начинался отлет аистов. Если пернатые улетели за неделю перед Спасом, ожидалась ранняя и морозная зима, если позже, ждали теплую осень и позднюю зиму.